Так, сейчас мы предлагаем доктору Орловой поучаствовать во флешмобе наш «Искусство Константина Пола в глазах зрителей». И вот это инструмент доктора Орлова, которым он работает с людьми, помогает, лечит, вытаскивает разные ненужные энергии, люди худеют, люди бросают курить, пить и начинают жить другой жизнью. Скажите, что вы почувствовали, что вы видите именно в картине? Да, но человек всегда выбирает то, что ему близко. Вот из тех картин, которые Константин мне там предложил посмотреть, я выбрал его, потому что, ну, с моей точки зрения, он нарисовал меня здесь. И поэтому я увидел просто свою вот фотографию, свой портрет, да, причем совершенно вот как бы вот из тех всех работ, да, ну это совершенно как бы одно. Это мое личное восприятие этой работы, то есть, ну, это мой портрет. Получается, что я приехал в какой-то степени еще вас и отблагодарить. Я вас этой картиной награждаю. Вы не против? Нет, конечно. Все. Конечно. Так держать. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно, очень рад встрече на таком, на новом уровне. Я считаю, что, и надеюсь, что не последнем. Благодарю и благодарим.